устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты. Глава Тувышел Банкарол провел выездное совещание на Кызылской ТЭЦ по вопросам дальнейшего развития городской системы теплоснабжения. На нем вместе с энергетиками и руководителями ключевых министерств региона были обсуждены итоги выполнения подписанного в 2015 году соглашения с ТЭЦ, а также проблемы технологического присоединения к тепловым сетям построенных объектов, особенно многоквартирных жилых домов. Так, глава региона настаивает на зонировании территории города по показателям нормативной стоимости технологического присоединения к тепловым сетям. Иными словами, от энергетиков требуется совместно с мэрией столицы, заинтересованными ведомствами республики составить карту Кызыла, которая давала бы четкое представление о том, во сколько обойдется строительство инженерных коммуникаций на конкретных земельных участках. По словам директора Кызылской ТЭЦ Андрея Троцана, подобное зонирование города возможно в соответствии с существующими федеральным законодательством и правилами технологического присоединения объектов. Они предусматривают три ценовые зоны в зависимости от удаленности объекта от ближайшей точки подключения к трубопроводу теплоцентрали. Самый низкий тариф – 3,8 миллионов рублей за 1 гигакалорию тепловой энергии в час. Распространяется на потребителей, которые расположены в пределах 200 метров от места подключения. Чем дальше объект от трубы, тем выше затраты на строительство теплопровода до него, которые вычисляются с помощью повышающих коэффициентов. Для самых удаленных от теплосети потребителей, поясняют специалисты, должна составляться индивидуальная инвестиционная программа. Троцан также уточнил, что практически все новостройки 2018 года, которые планируется подключить к обслуживаемым предприятиям сетям, расположены в самой низкой ценовой зоне технологического присоединения, не далее 200 метров. Более 1500 человек со всех регионов России съехались в Москву на вековой юбилей самой многочисленной общественной организации страны. В их числе 7 человек от Тувинского отделения Союза журналистов России, ветераны отрасли, журналисты, члены президиума местной организации. В честь столетия со сцены Центрального академического театра Российской армии, где проходило празднование, звучали приветственные слова от представителей власти, общественников, артистов, заслуженных и уважаемых ветеранов отрасли. Прежде всего я хочу поблагодарить всех, кто сегодня находится здесь с нами, кто вместе с нами отмечает наш замечательный праздник, наш юбилей, столетие Союза журналистов России. Спасибо за добрые слова всем, кто выступал. Мы постараемся держаться на том же высоком уровне все следующие 100 лет, а может и дальше. Особенно хотелось бы поблагодарить Сергея Семеновича Собянина за решение городских властей о капитальном ремонте нашего Центрального дома журналистов. Действительно, это крайне важное для нас решение. Дом Жур на Никитском бульваре – это поистине культовое место для всей журналистики России. Ну, вы знаете, там бывал Пушкин. Именно со сцены Дом Жура Маяковский сказал эти слова: «Я хочу, чтобы к штыку приравняли перо». На сцене Дом Жура, в его коридорах и в его в ресторане побывали, наверное, почти все журналисты нашей страны. Если мы его радикально обновим, это будет огромный подарок от города всему российскому журналистскому сообществу. В этот вечер много говорилось о профессиональном долге, защите и свободе слова, о честности и правдивости, об обновлении Союза и Кодекса этики журналиста. Были вручены высшие награды Союза «Золотое перо», легенда российской журналистики за профессиональное мастерство. Кроме того, в рамках юбилейной программы организаторами были запланированы разнообразные мероприятия, встречи, экскурсии в редакциях российских газет, телерадиокомпаний, информационных агентств, встречи с руководителями федеральных министерств. Кызыл, встречай! Гиббоны, лемуры, мартышки, а также туканы и большие попугаи Ара ждут вас на выставке «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. Днем 15 ноября в дежурную часть Кызыла с заявлением о краже обратился 29-летний житель поселка Хем. Он сообщил, что неизвестный с кредитной карты, оформленной на имя заявителя, незаконно снял денежные средства в сумме более 100 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена и задержана подозреваемая 26-летняя кызылчанка. Сотрудниками полиции установлено, что потерпевший недавно оформил на свое имя кредитную карту в одном из филиалов банковского учреждения. Через некоторое время ему пришло СМС-уведомление банка о том, что изменен пароль оформленной кредитной карты. Выяснилось, что подозреваемая, являясь сотрудником банка, воспользовалась доступом к данным клиентов и оформила перевыпуск кредитной карты заявителя, изменив абонентский номер, привязанный к мобильному банку, и пароль от карты. Затем она с целью обналичивания денежных средств совершила покупку в магазине на сумму более 100 тысяч рублей. Однако женщина деньги получить не успела. В ходе следственных действий похищенные денежные средства изъяты. Зимовка скота в Туве началась в штатном режиме. Об этом сообщила Минсельхозпрод региона. Так, начало зимовки скота, по оценке ведомства, оценивается как штатное. Скот находится на пастбищном содержании, так как пока глубокого снега и сильных заморозков по всей республике не зафиксировано. Дороги ко всем чабанским стоянкам в удовлетворительном состоянии. Между тем, глава Тувы поручил создать штабы в районах по организованному проведению зимовки скота. На аппаратном совещании он подчеркнул, что администрация районов при общем руководстве Министерства сельского хозяйства и продовольствия Тувы должны провести ряд плановых организационных мер. Так, необходимо создать районный штаб, а также установить график дежурства на молочно-товарных фермах и соответственных специалистов и работников на весь период зимовки скота. Среди поручений главы региона – контроль водообеспечения, энергоснабжения чабанских стоянок, состояние подъездных путей. Шалбан-Карол порекомендовал организовать работу автолавок, медицинского обслуживания и безопасности детей. Особый контроль необходим участникам проекта «Кыштаг для молодой семьи». Красавица Пипита Ханума свыше 30 ролей и перевоплощений представила Олимпиада Чевырал актриса музыкально-драматического театра за 15 лет своего лицедейства. Вот и сегодня, в преддверии своего творческого вечера, актриса в трудах. Вовсю идет репетиция. Олимпиада с первого курса очень боевая, целенаправленная, жизнерадостная, любит добиваться того, чего она задумала, без комплексов. То есть она не боится выглядеть на сцене нелепой, либо слишком старой, смешной, безобразной. Но в то же время ее украшает ее харизма, то, что она, ее уверенность в себе и ее жизнерадостность, ее наоборот, украшает. Энергичная, динамичная зажигалочка. Эти слова смело можно отнести к Олимпиаде Чевырал. В этом мы убедились и пообщавшись с коллегами по цеху актрисы. Олимпиада очень энергичный человек. Вот есть такая батарейка. Энерджайзер, вот у нее всегда такая энергичная, полна энергии. Уже в Петербурге, когда мы начинали учиться, она была старостой курса, и с тех пор она вот такая вот. Мне лично, человеку такому спокойному, тихому, вот непонятно, откуда вот такая энергия все время берется. Все время в таком повышенном настроении, в таком ритме. Олимпиада Чевырал с отличием окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. В 2003-м переступила главный храм искусства Тувы в качестве актрисы драмы. За все время она показала себя как разноплановая актриса, которая может воплотить любые роли. Несмотря на насыщенный график в театре, Олимпиада очень трепетно относится к своей семье. Своих 5 детей она воспитывает по примеру своей мамы, благодаря которой сбылась ее мечта стать актрисой театра. Я благодарна вообще своей маме в том, что она мне никогда не запрещала делать то, что мне хотелось сделать. Да? И когда такое желание у меня возникло поступать, да, в театральную академию, она сказала: поступай, доча, делай так, как ты хочешь. Вот. Ну, в принципе, я такая мама, скажем так, авторитарная, но я думаю, что все-таки я буду делать так, как моя мама, потому что нужно давать детям свободу. Если они пойдут в творческую маму, ну почему нет? Это ведь желание, прежде всего, ребенка, поэтому, конечно, это будет учитываться, но я думаю, что дети будут поступать туда, куда
их тянет, где они все-таки могли бы показать себя в лучшей степени. Сидя в гримерке, она с охотой делится про свое творчество. Говорит, что иногда ей 24 часов в сутках бывает мало. Делится сокровенным, а именно желание играть на сцене уже не комические роли, а перешагнуть в другой амплуа. Конечно, меня режиссеры больше видят в комическом больше жанре. Вот, но я, в принципе, меня вот тянет, конечно, на такие, хотелось бы сейчас, уже после таких вот ролей, как таких вот комических, да, ролей, конечно, хочется сыграть что-то такое серьезное, драматическое, иногда, может быть, даже и трагическое. Вот. Поэтому, в принципе, у нас хорошо, у нас режиссеров много, у нас есть работа, нас задействуют артистов, поэтому, в принципе, жаловаться не на что. Работа есть. Сегодня она готовит свой творческий вечер. Идут последние репетиции, оттачивание деталей, зажигательные танцы, юмор и отрывки спектаклей. Все это можно увидеть 24 ноября в творческом вечере заслуженной артистки Тувы Олимпиады Чевырал. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные. Удобные условия по займам. По республике ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14. В Кызыле переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, температура воздуха ночью минус 21, минус 23, днем минус 11, минус 13. На дорогах гололедица. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные. Удобные условия по займам. В новом номере еженедельника Тува ТВ-Инфо читайте. Дорога была белой, но только из-за снега. Подробности поездки журналистов Тувы в Москву. Сразу все три поколения ансамбля Тыва вместе. Надо уберечь подростков от глупостей. Что делать, когда не платят зарплату? Кибермошенничество. Чем может обернуться хождение по тонкому льду? Гости студии радио «Голос Азии». Мертвая хватка самбистов. Пригласили гостей погулять, в итоге двое убитых. И еще много интересного. А также тибетский календарь, погода, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрышей лотереи, ТВ-программа, недвижимость в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявление, то Тува ТВ-Инфо.